Легендарная Ку на большом экране. Именно с показа комедии «Кин-дза-дза» Георгия Данелия стартовал новый проект «Шедевры кино» в кинотеатре «Вертикаль». Сегодня мы пригласили наших гостей посмотреть этот фильм, который стартовал с 1 июля в прокате. Он вышел предпоказами в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Сочи и еще нескольких городах. Такой предпоказ с обсуждением, с приглашенным гостем, с экспертом по кино, состоится в киноцентре «Вертикаль». Зрителя поразит обновленное качество легендарного фильма. То, в каком виде копия фильма существовала 30 лет назад, это уже не то качество. И вот отреставрированность этой версии позволяет нам посмотреть фильм в цифровом качестве, в максимальном качестве сегодня в современных кинозалах. Опять же, это крайне прекрасно. Я думаю, это здорово, потому что классика советская – это то, что нужно показывать сейчас. Скоро по проекту «Шедевры кино» на экран выйдут картины «Берегись автомобиля» и «Москва слезам не верит». Эти премьеры также начнутся со спецпоказа с обсуждениями. В прокате фильмы будут 1-2 недели. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.